Пистолет от бренда SIG 1911. We the people. Как это переводится? Мы те самые, мы эти люди. SIG действительно оружейный огнестрельный бренд. Тот самый SIG Sauer называется. Ему, видимо, стал, в принципе, всем сейчас оружейным брендом нравится рынок пневматики. Он более доступный, дешевый. В общем, денег там много, да. Для кого, наверное, не секрет, что дешевые товары самые продающиеся в мире. Вот. И вот многие огнестрельные бренды, включая SIG, пытаются туда залезть. И, в принципе, у SIG это достаточно неплохо получается. Это, по-моему, одна из первых моделей, которые они производят не сами. Они заказывают ее у тайванцев. И кто-то справедливо заметит, что, наверное, это такой же 1911, как у KWC. В целом да, но в целом нет. Чуть позже покажу, что за отличие. Сейчас давайте заглянем у нас мы в коробку. Ну, первое. Оценим саму коробку, посмотрим, что здесь у нас написано. Написано, что он на CO2, это источник энергии. Стреляет он пулями 4,5, чуть позже их покажу. Пистолет у нас полуавтоматический, с блоубэком, полностью металлический. 17 раундс, 17 боеприпасов, 17 выстрелов с одной обоями мы сделаем. Все, вес 2,1 лбс, ну, короче, почти килограмм, как я понимаю. Или чуть больше даже. Ладно, давайте залезем в саму коробку. Коробка блистерного дизайна. SIG немножко решил выпендриться. Ну, в принципе, симпатично. Симпатично. И плюс герметично. То есть сам пистолет находится в такой вот водонепроницаемой капсуле. Хотя тут не так много деталей, которые у нас могут заржаветь. Я бы сказал, их практически нет. Комплект довольно простой. Некоторое количество боеприпасов. Шестигранник для установки баллонов CO2. И инструкция. Так, у нас в языке инструкция. Ну, видимо, все будет на английском, но зато с картинками разберемся. Взглянем на сам пистолет. Он действительно полностью металлический. Они нисколько нас не обманули. Вот. Это цинково-алюминиевый сплав. Вполне уместный материал для изготовления пневматики. Нагрузки здесь небольшие. И поэтому сталь не нужна. Если делать такой пистолет стальной, он будет стоить от 50 тысяч рублей. Я не думаю, что кто-то из вас согласен столько выкладывать. Винты у нас стальные, иногда бывает курок стальной, здесь это не так. Прицельные также металлические, видимо, из сплава, и, кстати, они, по-моему, еще и регулируются. Найдем ли мы здесь еще стальные детали? Ну, в основном только винтики. Ну и вот штифт. Магазин полноразмерный, также металлический. Тут стальной клапан и, скорее всего, стальной винт. В общем, практически полностью изделие у нас из цинково-алюминиевого сплава. Так, и насчет отличий, насчет того, насколько качественно он отличается от ближайших своих конкурентов. Во-первых, покраска. Он так интересно, я бы сказал, антично состарен. Это необычно. Тут надписи вполне аутентичные, которые нисколько его практически не портят. Ну, по крайней мере, те, которые у нас находятся на слайде. Это SIG Sauer 1911 и 1776. 1776, кто догадается, к чему эта цифра, пишите в комментариях. И с другой стороны, надпись We the People или The People. Также снизу у нас имеются другие надписи. Это реальный калибр, номер уникальный и другие надписи, типа сделано в Тайване. И то, что данное изделие при всей своей там игрушечности игрушкой ни в коем случае не является. Также бросается в глаза у нас довольно интересная форма спускового крючка. Она как бы типа фрезы. Ну, в общем, интересная форма. Не поспоришь. Кнопка сброса металлическая. Все рычаги также у нас металлические. Также металлические здесь накладки на рукоять. С каждой стороны по 25 звезд. Ну, я думаю, понимаете, что все это дело у нас символизирует. Видимо, 50 звезд на флаги Соединенных Штатов. Прям видно, что прям под них все это дело делалось. Так, по механизмам, по имитациям. Разумеется, здесь будет у нас полностью все работать. Затворная задержка, сброс затворной задержки, сброс магазина. Далее парочка предохранителей. Первый флажковый, и он срабатывает, учтите, только если пистолет заведен. То есть, если курок у нас стоит в своем положении спокойном, он у нас никак не реагирует. То есть завели, и тогда у нас начинает работать флажковый предохранитель. Также здесь два предохранителя. Второй рукояточный. Пока вы нормально рученьку на пистолет не положите, спуска у вас не произойдет. Так, камеру, кстати,
Этим, видимо, тоже у нас все металлическое. Ну и сразу видно, что сильно все это дело отличается от тайваньского. Во-первых, этой насечки не было. Не тайваньского, а, к примеру, от глетчеровского. Во-вторых, все материалы, ну, они точно другие. По крайней мере, это все точно по-другому покрашено. Также будут кое-какие отличия, которые мы заметим только при разборке. Давайте попробуем его разобрать. Начнем по порядку, извлекаем магазин и убеждаемся, что у нас нет нигде шаров. Ну, видимо, их нет. Далее, самым адекватным будет начать, наверное, спереди. Нажимаем на кнопку, поворачиваем и извлекаем пружину и втулку, которая это удерживает. Пружинка, кстати, довольно веленькая. Далее здесь штифт, и он вытаскивается только в одном положении. Или не в одном. Здесь такая выемка на слайде, и вот в этом положении можно выдавить штифт. И вот первое отличие, да, здесь втулка, во-первых, а не просто штифт. И она катается, и она бронзовая. То есть в тайваньском я такого, честно сказать, не помню. Здесь все, в принципе, более-менее похоже. Это копия механизмов страйкбольного бренда Tokyo Marui, как я понимаю. И внутри кое-какие отличия по материалам. И вот тут пружинка довольно умно установлена. Где-то я видел такое решение, что тут даже этого упора нет, все свободно болтается. Кстати, кто не видел срез ствола, здесь бронзовый стволик, его видно. И что мы здесь видим? Во-первых, мы видим полностью ремонтопригодный механизм и довольно выносливый. То есть без проблем этот пистолет будет ремонтироваться. Ну, благо здесь система, как я уже сказал, скопирована с страйкбольного. И по данной системе довольно большой опыт у различных компаний собран, то есть пистолет мы без проблем с вами сможем отремонтировать, найти детальки. Ну и сами детали, как видите, комплектующие отличаются по качеству и даже по материалам. Собираем в обратном порядке. Как соберете, убедитесь, что лишних деталей у вас не осталось, ну и посмотрите, будет ли работать спуск. Также еще порой выпадает штифт, ему тоже повнимательнее, но вообще он выдавливаться не должен, если вы правильно все собрали, потому что его пружина поджимает. Давайте его, наверное, снарядим сначала магазином с баллоном. Магазин, кстати, тоже так интересненько состарен. Баллон СО2 у нас является источником энергии. Одного баллона обычно хватает на пистолет с блоубэком выстрелов на 35. Сильно тянуть не нужно, как только шипение прекращается, все, тянуть не нужно. Для того, чтобы уплотнитель как можно дольше прослужил. После вы можете проверить, будет ли у нас работать пистолет. Пистолет стоит на затворную задержку, чтобы этого не происходило, просто удерживаем рычаг. Кстати, сразу про спуск скажу. Тут прям четкая ступенька, то есть тут даже спусковой механизм отличается от тайваньского пистолета. Если там просто плавно все это идет, здесь прям ступенька вот такая четкая, вы слышите? И потом только при определенном усилии, короче, спуск здесь интересный, прям классный. Это еще одно отличие. Так, и заправка магазина осуществляется с помощью этого отверстия. Если присмотритесь, если под углом поднажать на эту штангу, она упирается сюда. И это вот именно для того и сделано, для того, чтобы у вас этот механизм не срабатывал. То есть, если нажать сюда сейчас, довольно резко подающая пружина полетит наверх. И обычно это тоже довольно частая поломка, магазин от этого ломается. Здесь более такой интересный механизм удерживающий. В принципе, сделано неплохо. Также губки все-таки немного отличаются по качеству. Пластик более плотный. Ну, прям чувствуется, что, несмотря на то, что пистолеты в кавычках одинаковые, они все-таки разные. Вот. Чему это все? Пистолет этот дороже, чем ближайший конкурент его, наверное, глетчеровский, в два раза. Вот. И это может кого-нибудь возмутить. В принципе, меня это тоже поначалу возмутило. Потом я посмотрел ценник его на официальном сайте. Он там где-то до 10 тысяч рублей. У нас что-то ни разу не 10, да? Потом мы прибавляем туда логистику, то есть пистолет необходимо доставить. Далее сертификация, то есть нужно там государству заплатить определенный налог.
Ну и третье, там уже ритейлер и все-все такое прочее. Ну, оттуда и получается такой ценник. То есть вполне себе типичная цена для Сика. И с этим ничего не поделаешь, хотя бы потому, что все равно вам из зарубежного магазина данный пистолет никто не отправит. Кстати, можно наблюдать за шариком через прорезь. Не знаю, видно вам будет? Вряд ли, да? Думаю, вряд ли. Давайте его замерим. По окончанию боеприпасов пистолет, как и положено, встает на затворную задержку. Скорость небольшая, это абсолютно нормально. Во-первых, пистолет абсолютно новый. То есть неплохо бы сначала прогнать здесь баллон с силиконом, для того, чтобы все прокладки расправились. Ну и, думаю, до 100 метров пистолет начнет стрелять. Также учтите, что данный пистолет не совсем про это. Он скорее про удовольствие от стрельбы, неважно, попадаете вы или нет. Потому что blowback здесь жирный, очень сильный. Все эти материалы и так далее, все механизмы, они именно намекают на то, что пистолет в первую очередь именно про имитацию работы пистолета как огнестрельного. Ну а то, что скорость низкая, ну да. Но по идее шарик обладает вполне себе неплохой проникающей способностью стальной, и на 5-10 метрах, я думаю, со стеклянной бутылкой он точно справится. Как-нибудь надо заморочиться и все-таки протестировать, на какой скорости шарик перестает колоть бутылки. Но там 80 метров точно хватит. Основной недостаток – это стоимость. Но хочу заметить, что одновременно с появлением этого пистолета у нас пропали глетчеры, свисармы, и вот вообще вся эта платформа полностью почему-то у нас в магазине на данный момент ни одного нет. 1911 с блоубэком, только страйкбольные, по-моему, остались. Как-то так. А, и большая просьба, за 2000 видео я там ни разу особо никого не просил подписаться. Но я смотрю, что одни и те же люди нас смотрят и не подписываются. Почему бы не подписаться? Будет классно. Мы поймем, что канал интересен, канал актуален. Как видите, качество видео немножечко улучшилось за последнее время. Все это делается, разумеется, для вас. Вот. А для нас, ну, вот подписчики будет достаточно. Ну, если видео понравилось, можете еще и лайк поставить, там колокольчик, все эти штуки. Я думаю, вы сами все прекрасно знаете. Также не забывайте про социальные сети, если вы там за нами активно следите и, в принципе, интересуетесь нашей тематикой. Там есть дополнительный контент, дополнительные новости, и самое главное — это различные раздачи призов. Сейчас там, по-моему, раздаются винтовки, пистолеты, всякие такие штуки. В общем, социальные сети тоже не забывайте. Ну и экономьте с помощью скидочного промокода.